Чувствительность у обладателей этого имени очень высока. Это можно сказать и о половой силе таких людей. В целом, владельцы этого имени с точки зрения эмоциональности и сексуальности можно назвать противоречивыми. Ведь эти люди могут быть преданными, живыми и искренними, но в то же время застенчивыми и очень ранимыми. С уверенностью можно сказать, что владельцы этого имени находятся под космическим влиянием. Если владельцы этого имени не смогли устроиться в жизни так, как хотели, то они легко впадают в уныние, депрессию, апатию. Тогда эти личности обращаются к своим родственникам, зачастую к матери, так как они считают, что окружающие не смогут им помочь и дать дельный совет. Буква Е в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Буква С в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняют поиск своего жизненного предназначения. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Люди с буквой Т в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Буква Е считается символом естественности и гибкости. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Подсознательно звук Е в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.